О чем поговорим? Я хочу измениться, но пока что я не готов к этим изменениям. Я пытаюсь. Стоит мне избавиться от одной компульсии, сразу появляется другая. Вы зеваете? Я думаю, я в тупике. Да. Что ты при этом чувствуешь? Джимми. Эй, Лиз, как дела? Сейчас 3 часа ночи. Прости. Что в тарелке, Джимми? Крендельки. В другой тарелке. Возможно, более утоляющие. Возможно? Да, более утоляющие. Я должна спросить, ты такой навсегда? Не знаю. О, привет, Пол. Ты меня беспокоишь. О чем ты говоришь? Ты глушил боль. Стоп, это печальное лицо. Просто лицо. Обычная кислая физиономия. Он все говорил и говорил о том, какая же я тупая. Но он меня любит. Грейс, твой муж попросту тиран. И его это устраивает. Он не хочет меняться. Просто брось его. Ладно. Если хочешь помогать людям, приходится пачкать-то руки. Мама хотела, чтобы ты развеял ее прах? Вы злились на пациента так, что вам хотелось встряхнуть его. Мы их не трясем. Ну, а теперь бежим. А? Настолько неэтично. Ты готов угробить свою карьеру и заодно меня? Как повезет. Иди отсюда. Но это мой кабинет. Долго же ты соображал. У моих пациентов все отлично. Мой новый подход реально работает. Сейчас, секунду. Никому не пройти по этой жизни без ран. Я не помню мамин смех. Она словно ускользает. Перед каждым встает выбор. Либо дать бедам раздавить себя, либо бороться с ними. И победить в борьбе. Приятно видеть, что ты снова загорелся. Что, бросишь машину здесь? Я белый, это Пасадена. Копы привезут мне ее домой. Идем. Здорово. Дерек, как дела? Гуляю с собакой, которую не хотел. Моя пациентка переехала к сестре. У нас обоих день начался отлично.